Ну, и, короче, он потом нажал кнопку, и тележка отрезала ему ноги. Ты все еще хочешь ехать туда на вагонетке? Я даже вам не знаю. Ты так все рассказал, прикольно. Так красочно. Ладно, пойдем пешком, говорил. На вагонетку я возьму с собой. Нет, ох, ё-моё, сколько тут всего разного. Я, пожалуй, тоже возьму вагонетку, а еще я зайду... Ты где разные ты увидел? Там все одинаковые, чувак. У себя в инвентаре. Я, пожалуй, выложу немножко. Я вот подумал тут. Хитрый, да? Да, вот тут, в дом этих... Блин, они... А вдруг мы сюда... Они шлепают друг дружку. Слышишь это? А, это то, о чем я подумала, или это совсем не то, о чем я подумала? Я не знаю, о чем ты подумал, но там стоят двое у окна, и один другого шлепает. Так, от чего бы избавиться? Ладно, вот это, кость, редстоун оставим. Блин, золото жалко. Ну вот опять такая херня, мне все нужно, я не могу ничего оставить. Золото, железо. Слушай, они пришли за мной, ну их нафиг, пойдем. Половину шерсти. Пойдем отсюда быстро, пойдем, они меня пугают. Что, они уже тебя шлепают? Нет, ну видимо, блядь, это балкон. Где ты есть-то? Спокойно. Сейчас все будет. Что ты паникуешь? Все нормально. Слушай, мне не нравится, как они выглядывают просто из-за косяков. Пошли нафиг отсюда. Ты не думала, что тебе надо вырез сделать немножко поменьше на твоем костюме? Так. Ну что, едем или как? Ну пошли пешком, ты же хотел. У тебя же фобия. Вагонетка фобия. У меня нет никакой фобии. Если у кого-то это фобия, то только у тебя. Блин, слушай, надо было что-нибудь сделать. Ну ладно. Ты взял еще одну вагонетку. Я поняла, у тебя не вагонетка фобия, у тебя вагонетка филия. Слышь? Что? Тут кто-то орёт. А? Тихо. Видишь, кварчит. Тихо. Блин, здесь все паутиной заросло. Это отстой. Тихо. Да я тихо. А то они нас услышат. Спаунер, пошли нахер отсюда. Так, злые эндермены. Не смотри на злых эндерменов, не смотри на них. Черт, у меня меч сломался, спасай меня. Уже спасся. Ой, опыт чей-то приобрела, прикольно. Блин, мне ничего не осталось. У меня есть только мотыга, я буду мотыгой отбиваться, вот. Так, погнали, погнали. Что, здесь вообще ничего, так можно было и проехать. Тут хрюканье начались. Слышал? Стой, стой, назад, назад, там залупа головы, назад, пропусти меня! Я залипла в паутине! Молодцом! Молодцом! Что еще могу сказать? Огромное тебе спасибо! Ну все, теперь ты меня разозлила. Я беру вагонетку и пусть мне отрежут ноги. Иди сюда, пока я стою на таком месте, чтобы это... Вещи твои не подобрать. Что значит пока? Ты что, мне угрожаешь? Я муха, я пошла нахер оттуда. Я уже еду. Нет, Багира, я уже не иду. Не надо сюда ехать. Как это? Нет, 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 нет. Я же говорила, не надо сюда ехать. Стой, стой, подожди. Он меня не заметил. Тихо. Чукрака? Да. Да, он меня не заметил. Ты вообще про кого? Ну... Залупа головой. Кажется, ты ему понравилось больше. Блин, слушай, тут... Меня, кажется, оставили без половины шмоток. Но у меня есть кирка. Ой, у меня есть лук. Стой на месте. Стою, стою. Опеньки. Ну ты прям вообще снайпер. Так. Да, вообще я на машинке. И вообще я скромная. Так, подожди. Хватит хрюкать. Слушай, здесь когда-то были рельсы. Да, здесь когда-то были рельсы. Так, паук. Паук. А ну иди сюда. Слушай, ну ты что, факел поставь. Ну, кто у нас? Торчман. Ты или я? Слушай, у меня рельсы есть. Откуда так кусок? Оп, оп, назад, назад, назад. Бляха, муха. Тихо, тихо. Сейчас мы тихо подкрадемся. Блин, нет, 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 нет. Кыш, кыш. Да, моя стрела была решающей. Заспамили, заспамили стрелами. Да
Что ж такое-то? Так, иди вперед. Нет, мне здесь хорошо. Ну, ты интересная такая. Значит, как бы. Бляха, мухой. Уберите эту паутину, я в ней вообще уже вляпалась. Только... У тебя есть меч? Нет, у меня только лук. Ты мне сам отдал лук, а себя оставил меч. Вашество. Уйди отсюда. Блин. Так, пойдем дальше. Мне вот интересно, почему все говорят, что здесь живут злые эндермены, на самом деле... Здесь живут... что угодно злые, но только не эндермены. Я что-то нашел. Блин, слушай, мне... А нет, есть факелы, есть. Факелы у меня есть. Вау! Какой пустой сундук. Здесь был рычаг. Я все видела, отдай мне мясо. Мясо отдай. Хорошо. Вот нет, не сырое, жареное мясо отдай. Ты уже подняла сырое мясо, ты сделала свой выбор. Хорошо, я тебе это припомню. Ну слушай, ну давай считаться. Так, давай. Какое вот это вот мясо я тебе отдам? Козлёнок, который всех посчитал? Или козел, который всех посчитал? Слышь, значит был баран, теперь еще и козел, теперь еще и пауки какие-то, блин. Вы меня сегодня все просто бесите. Я вам всем за это отомщу. Вот, сидите здесь в темноте. Слушай, хватит уже, блядь, то гасить, то включать. Меня сейчас прибьют нахуй. Где ты? Учитывая то количество нецензурной брани, которое я сейчас слышал, тебя уже убили, да? Я иду тебя спасать. Поторопись, пожалуйста. Я это сделал. Я ни хрена не вижу из-за паутины. А, вот, надо вылезти. Ой, глазик. Какой такой глазик? Нет никакого глазика. Все, пошли. Пошли от... Ну куда ты пялишься? Пошли отсюда. Куда идти-то? Сюда, пойдем, за мной. За мной иди. Иду, я иду. Блин, шевели булками. Батонными. Или чем там у тебя? Ух, ё-моё, сколько их здесь. Пойдем, они нас спалили. Пойдем отсюда. Так. Не-не. А, здесь что-то есть. Слушай, у них это клюканье стало каким-то утробным. Ой, бляха-муха. Уходим. Да я вот рада бы уйти. Ну так иди за мной. Не хочу тебя расстраивать. Быстрее пошли. Но здесь уже ночь. Ночь уже. О боже, он меня спалил. Нет. Спасай меня. Где он? Где эта тварь? Где-то здесь. Вот это. Блин. Где он? Вот он. Спасибо, я заметил, что он там. Не трогай мои шмотки, я знаю. Я не трогаю твои шмотки. Я жопой чую, что ты копаешься в моих вещах. Я пытаюсь, блядь, спасти свою жопу и твою в том числе. Тихо, пока ты собираешь свои... Тихо, он на дереве. Все, он нас потерял, пойдем отсюда. Фух. Кажется, оторвались. Или нам что-нибудь оторвали. Не, ничего, целое все. Ну, мне как минимум оторвали лук еще. Куча, наверное, всего. Так, ладно. Давай, забираем шмотки и валим отсюда. Потому что в доме с этими любителями отшлёпывания не хочу оставаться. Они вон уже, кажется, к нашему сундуку тут присматриваются. Ой, блин. Вот и я о том же. Так. Угу. Я могу забрать... Что тут написано? А цветочки нам нужны или на их нафиг? Надо вспомнить, что у нас там как чего. Так, эндермены, бла-бла-бла. Старые шахты. Бумажку кто-то попортил, пожевал уже. Стопудово, уроды. Чё отсюда? О, я его выпихнул за дверь. Гоняй их. Может, немножко переспим, а? Тут какой-то ресторан, вроде говорят, есть. Нет, здесь я всех выгнал из комнаты, смотри, я вытолкнул, закрыл дверь. Здесь безопасно. Да? Он стоит и сюда смотрит. Ну, ты знаешь, смотрит. Да, шкафучку проверить надо. Может быть, тебе пофигу? А вот мне не пофигу, когда я сплю, на меня кто-то смотрит. Так, тихо. Что это было? Это ты стрельнула? Нет. Я открывала шкаф и закрывала шкаф. Так, значит, они ждут нас снаружи. Так, ладно. Все. У меня есть план. Есть новый план. Мы так, господи, там светает. Тихо. Давай, там осталось. Вот. Подождать уже чуть-чуть совсем. Ладно, убедила. Ложимся спать. Чур я справа. Ой, утро. Надеюсь, они все сгорели в аду.
Эндера-то? Надейся. Пойдем, пойдем быстрее отсюда. Иду, иду, иду. Спихивай, спихивай его с лестницы. Да не буду я его трогать. Я даже руки об него марать не хочу. Как ему нет. Тихо, подожди. Выходим осторожно. Жопку-то отклячил, как пипец просто. Фу, вроде никого нет. Так, давай в кузницу. Я понял наш главный просчет. О боже. О боже, он нас ждет. Он нас ждет. Ты прям как-то овца налипшая совершенно. Блин, у меня чуть сердце не порвало. Кошмар. Ну жопа у тебя покоричневела явно. Слышь, у тебя бы так покоричневело. Так, идем обход. Нам надо пробиться в кузницу, потому что я чувствую, без оружия нас сейчас будут здесь разделывать вообще только в путь. Ну как без оружия? У меня есть лук, например. Ну это у тебя есть, я свой лук в шахте оставил. А зачем ты там оставил? О, стой. Ага. Там что-то наверху есть. Наверное, это тот самый ресторан, который нужно спасти. Седьмое небо, типа? Ну, типа того. Так, ладно. Слушай, где-то... он выглядит вполне себе, вот, как будто его не надо спасать. Ну, не знаю. Так, подожди. У меня рычаг-то остался? Рычаг у меня твой. На, я его сейчас положу сюда. Фух. Я его положил. В сундуке забери его. Мне его нафиг не нужен. Так, хорошо, забираю. Вот рычаг. А вот твоя удочка, на. Можешь сходить половить рыбу. Нет, спасибо. Бэээ! Не смотри в глаза не смотри! Я тебя ударю. Эх, там Эндер. Пошли. Боже, они везде. Я вылечилась, пошли, я вылечилась. Слушай, они, кажется, нас спалили, и теперь они везде. Овцы-то? Нет, Эндеры! Теперь я понимаю, почему жители начали валить из этого захолустья. Так, все. Давай, идем. Делаем себе много и очень много оружия. И только потом идем дальше. Ты согласна? У меня какой-то дежавю. Здесь была глава зомби. Только не вздумай опять им сиськи показывать, а то они днем полезут наружу. Так, что-то здесь трещит, шкварчит. Да-да-да, это огонь, огонь. О, родные места. Так, все. Пора заняться экипировкой.